Покажу газораспределительный ремень. Для двигателя TU5 GP4. Снаружи ремень имеет повреждения. Ремень терся. Постепенно данный ремень мог перетереться и порваться. Пробег данного ремня 57 тысяч. Вот здесь есть у ремня дефект. Терся данной частью ремня. Внутри ремень. Внутри ремень еще живой. Ну, снаружи уже начал протираться. Впоследствии мог бы порваться. На пробеге 57 тысяч был заменен на новый.